Всем доброго времени суток, дорогие друзья, вы на канале Юди, за микрофоном по-прежнему Андрей. Сегодня мы с вами по-прежнему проходим игрушечку под названием Need for Speed Underground 1. И за кадром, между сериями, я, короче, тут чуть-чуть похимичил из-за оценичного... Ну ты посмотри, ну тупо соска, ну нет? Ну прям стиль. Мне прям нравится, ну ты посмотри на нее, как переливается, ой-ой-ой-ой. Я, короче, разобрался, как менять цвет, прикинь, смотри. Вот покраска, да, например, основной цвет, вот глянец, да, вот, тыкаю стрелочку, типа, ну поменяйся, да, или в эту сторону, а нифига, а вот где-то вот, вот сюда надо где-то, вот не сюда, а вот именно где-то вот. Сюда уже нет, она вот на букву И, короче, тыкать вот здесь вот, тогда меняется. По-другому не хочет, прикинь, а я не знал то, что здесь есть такой цвет, называется жемчужный. Вот, на этом пока что новости все, у нас с вами турнир, на пределе три кольца, все, все нормально, точнее три круга в кольцо, нормально. Чё? Опять же, какие-то непонятные почему-то долгие загрузки. Вот, ты посмотри, ну вот теперь уже с какими-то стилевыми пацанами гоняю, ну тупо секс. Ой-ой-ой, на каких-то новых Маздах катаются пацаны, да ну чё вы, пацан, иди подстрижись. Вот это я понимаю, тачка едет, и посмотри, как выглядит-то, а выглядит-то как, ой. Тупо все взгляды на нее. Ой-ой-ой. Они все разом со мной поехали, нет? Они где-то там разложились. А я шарю, вот здесь проверим. Аппликацию еще, короче, у меня, оказывается, уникальная аппликация еще есть, мне там надавали. Я выбрал вот эту. С черепком. Там еще и была с розочкой, я вот между ними думал. Да ёб твою мать, Вольво! Это перерисованный, кстати, Вольво. По-моему, там же им какие-то разрешения не давали на права. Да ёб твою мать. Ну это кольцо, я догоню. Тут типа даже если ты на первом круге не особо хорошо проехал, можешь попробовать еще у тебя две попытки догнать. Вот. А вот это сейчас что за прикол был? Почему у меня машина не выруливалась? Я серьезно говорю, я ни при чем здесь, я не при делах. Говорю, управление в какой-то момент просто вырывается. Вот теперь, мне кажется, есть смысл, да? Как бы это заново начать или что? Или на жесткого проходить? На потных, да? Ну давай на потного. Они вон что-то тут отстают, а я вот так типа от стеночки подскакиваю и догоню их, да? Да? О, догоняю. Ну блин, у них машина уже новее. А с другой стороны, у меня тюнинг лучше. Скорее всего. Ну такси, Таха. Ну говорю, Таха мой злейший враг пока что здесь, вот именно. Какие у меня враги в другой НФСке, я пока не знаю. Я еще не придумал. Ее прям кидает почему-то. Хотя резина новая. Третьего уровня, между прочим. Зацеп должен быть прям вау. Мне бы хотя бы, знаешь, второе место занять. А у нас... третий круг как раз таки, да? А вот третье место я занимаю, точнее второе занимаю, и вот все, следующие гонки я на потных вытаскиваю на первом. Давай. А если я сейчас, короче, не врежусь, а он врежется, то я победил. То я молодец. Но я не молодец, я цепанулся. Блин, ну он может сбавить хода, пожалуйста. Он бот сраный. Блин, такая машина резкая стала прям после тюнинга. Ну ладно, ничего, я тебя запомнил, мразь подзорная. Давай. Продолжить. Следующий этап. Хорошо. Мы с тобой разберемся сейчас в этапе в новом кольце, которое поприятнее, наверное, будет проходить, но я не уверен. Ну давай. Козлы. А я, кстати, подумал то, что это эти. Мазды, это Хонды, кстати. Которые с 2000.
Ну давай. Ха, лох, поехал по длинному маршруту, а я по короткому поеду. Смотри, опа! А он меня все равно обошел. Это нечестно. Я не понимаю, что это, кстати, за пролаги какие-то? Вот именно на этой карте у меня почему-то всегда пролагивает. Что в начале, когда стартуем, и вот в моментах. Ай, жопу подкинуло. Ай, ай, понесло, повело, 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 поняло. Тихо, 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 тихо. У меня теперь что, будет в каждой гонке новый соперник? Теперь я с тобой буду сражаться за звание первого места. Алло. Я так не играю. Учти. У меня есть закись, если что. Я ж тебя догоню. Куда ты убегаешь, я тебя все равно настигну. Давай. Ай. Было неприятненько. Да иди сюда. Все, давай. Сиди. Да почему что? Почему ее несет-то так сильно? Походу пора брать супру, да? Ха, он тоже разложился, петушара. Надо уходить от него быстрее, пока он не услышал. Вот сюда аккуратненько. Спасибо. А, блин, так жалко, новую краску порчу. Жалко то, что в третьем году. Какой? Боже, реально 2003 или 2000? Я год забыл МФС-ки этой. То ли 2003, то ли 2007. Он, по-моему, третий. Но это не точно. Короче, все равно это 10-й, типа, и блин. Вот что? Почему? Что с ней не так? Это не я делаю. Бэкворд сделал. Короче, для того года картинка сочная была. Ну, типа, конечно, мы сейчас накрутили ее, но это уже другой моментик. Но все равно, смысл в том, то, что... Что? Что? Что такое? Почему? Смысл в том, то, что почему, ну, типа, царапины не добавили, я вот это хочу сказать, потому что если сейчас понесет, я опять психовать начну. Это козни моих врагов, я тебе отвечаю, это все они. Мне выиграть надо, Маня, подожди. Вот давай ты с такой же скоростью будешь ехать, а я тебя обгоню вот здесь. Спасибо большое. Главное, чтобы меня сейчас опять не понесло на повороте. Перед финишем. Не, давай, иди попей. Либо здесь настолько проработано то, что у меня на воде сносит. Я даже пытался, не, вот я максимально не трогал кнопки поворота. Не дай бог, потому что я не понимаю, что за прикол. Может, это я реально поджимаю. Так. Ага. Так. Так, так, так. У нас там с чуваком пара очков. По-любому мне надо его рвать. Как тузик грелку. Раньше я не понимал смысл этой фразы, потому что я постоянно слышал, как тузи грелку. Что за тузи? Кто такой тузи? И что значит тузи-грелка это? Я только знал унитаз. Вот это да. Кстати, дома такой неудобный унитаз стоит, прикинь. У него, он сам по себе широкий получается, но вот это отверстие, куда надо свои дела там все сделать. А вот эта вот хрень, на которой ты сидишь, получается, ну, как это получается, ну... Короче, вот эта фигня, седалище, сидушка эта, она тонкая. И, короче, получается то, что я могу туда провалиться вообще спокойно, как в деревенский сортир. Вот так вот. Бля, я опять догоняю, это вообще не это. Дяденьки, я вам ничего плохого не сделал. Отстань. Уйди. Уйди от меня. Ты нехороший. Ни хрена он далеко приземлился. Тихо, 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 тихо. Вот давай, вот ты там вот врезались, молодцы. Тихо, 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 тихо. По стеночке главное то, что все хорошо влетает и вылетает. Что-то у меня горлышко пересохло, если честно. Какое горлышко? Ну, это самое у бутылки. Тихо. Я прям собрался. Я прям хочу сейчас взять максимальный отрыв от них.
Чё-то выйди из этих трущоб. Короче, хочу максимально отрыв от них взять, выиграть первое место с лютейшим отрывом, то, чтобы прямо их унизить, чтобы они больше со мной не ездили. Потому что, чтобы они поняли, какие они имбецилы. Ну, или я имбецил, который водить не умею. Ну, откуда он там прёт на своей Хонде? Хонда же едет быстрее, чем этот сраный Ниссан. Отстань от меня! Уйди! Ты нехороший. Я его сейчас должен обгонять, по идее. Причем намного. Почему-то не обгоняю. Что ему сделал? Пусть он от меня отстанет. Напишите желтую шульпан отстань. Или какой он там? Сейчас, погоди, повороты кончатся, я гляну какой-то у шульпан. Я не вижу. Зеленый ушли, пан, отстань, пишите, короче. А смотри, а тут 4 круга. А было 3. Ай. Ну чисто помойный. Погонял Андрюха помойный. Вот такое будет. Давай, ну жми же ты, срань, ты фиолетовая. Это типа, как в КС-ке, думаю, то, что купил скин плюс 10 к скиллу. Ну, а тут так же, типа, купил себе новый цвет на машину, все, плюс 50 к вождению. Питон, а? Сюда иди, ну, пожалуйста. Ну, чё ты? Ты же на поворотах притормаживал. Чё ты сейчас-то не делаешь так? Ну вот он так хорошо прям едет. Блин, а вот тут на этих кочках прям уходит. Куда вот? Что это такое? Это не подавающее поведение. Алло. Еще один поджал сзади. Смотри, желтый ушлепок-то меня догнал. Это нечестно. Я считаю, это несправедливо. Я считаю, это несправедливо. Я считаю, его надо дисквалифицировать за его нечестность. Ну как так-то? Флаг, да нахер мне флаги? Не буду я заезд переигрывать, ты что хочешь? Короче, мне сейчас главное зеленого не пускать вперед и все. Давай, старт. Старт. Спасибо. Сити Арена, давай желтый ушлепан, уйди. Это банда ушлепанов, я буду их так называть. Можно вот это, мне такую же машину, как у вас, я к вам присоединюсь, вашу банду ушлепанов, и будем вместе ушлепиться. А интересно, есть ли игра, которая анализирует, типа, то как ты едешь, по какой траектории? И подстраивается чисто под твою езду, манеру езды. В плане, типа, у сложности я так устанавливаю. Не-не-не, зелень ты срана, уйди. Зеленка позорная. Там, по-моему, все разложили сейчас на этом повороте. А я первый. Я молодец. Хоть чем-то я могу похвастаться. Не-не-не-не-не, давай, он, иди жопу пососи. Жопу пососи. Вот встань от меня. Уедь. Уйди. Уйди. Боком, боком, боком. Оп. Оп. И тут прыжок. Оп. Таха. Вот Таха бы сейчас меня подвела бы очень сильно. И... Но нет, смотри, она сегодня хорошая. Может, все? Успокоился? Я его буду называть Пташка. Пташка успокоился, да. Смотри, даже сейчас не подставил. Пташка топ, чисто. Но вот сейчас он мне дорогу закрыл. Вот. Походу он, знаешь, такой типа сегодня. Он в таком настроении пошалить. Смотри, как пошалил, блядь. Куда вот они? Ну вообще не понимаю. Смотри, одни птахи. Птахи, господи, все уже. Одни тахи, вот таха. Там было 4 тахи подряд. Алло.
Это нечестно, смотри, как они уходят. Я... Что происходит? Судью намыло. Но впереди еще целых два круга. Есть шансы их догнать. Но если они сейчас на этот выйдут, на хайвей, все. Я их не догоню. Это бессмысленно будет. Ну да. Пошел я нахер, собственно, да? Ну подожди меня. Ну подожди, смотри, я тебе прикол покажу в видео в ТикТоке. Подожди. Подождем. Давай, попрыгай, да. Че еще придумаешь? Угу. Нахрена. Но. Начало серии, да. Турнир. Угу. Думал, сейчас с легкостью его пройду, да. Угу. Свалились на голову у меня тебе три брата-акробата. Пошел нахрен. Тихо, бусик. Тихо. Вот желтка надо догнать. Сука, блять. Догнал. Угу. Да-да. Стой! Подожди меня! Пожалуйста! Я старался спокойным быть. Старался. Ну что это такое? Ну что это? Я что, в Тони Хоук зашел, что ли? Ну что ты какой? Не, ну это какая-то постная хуйня, по-моему, бля. Все, у меня жопа начинает гореть. Стой. Это ненормально. Я не знаю, что мне делать. Ну что это такое? Что это за микротекстура? Это подстава. Зеленку тормози, пожалуйста. А там еще желтка можно притормозить. Блин, подожди, если желток выиграет, по идее, то все нормально будет. А сейчас посмотрим. Пофиг, пусть желток попробует выиграть. Главное, чтобы не зеленка, и главное, чтобы я второй был. Тихо, тут шашки пришлось устроить. Зеленка пусть сосет жопу. Желток, давай, покажи, что ты способен. Если желток выигрывает, я не помню, сколько у него очков. По-моему, у него меньше, чем у меня. Потому что он пару раз занимал третье место. Или второе. Нет, он по-любому третье занимал. Потому что я был вторым, потом первым. А все. Я его догнал? Чего? Как? Он разложился, типа, там где-то? Питон. Тихо. Он где-то надо мной. Смотри, как идем с ним. Да ёптать, на выходе он быстрее. Ну я в дрифтере не заделывался. Вот зеленочка, давай, вот ты там подольше потусуйся. Хорошо. Желтком жесткая сейчас заруба. Как это сказать? Блин, шутить не могу. Напряжен, потому что... Желтая, желточная гонка, во, придумал. Пусть будет так. Ну, у меня, конечно, шутки говна, если честно. Ёб твою мать, какой позор. Две серии позора подряд. То сначала в дрифте опозорился, тут сейчас не могу странное кольцо пройти. Еще и шутки дерьмо, да как так-то?
Мне кажется, моя мама обманывала меня, как говорила, то, что, о, Андрей, ты такой хороший, у тебя такие шутки хорошенькие, да, смешно, смешно. Еще она говорила, что я красивый, но, блин, ну это тоже, по-моему, обман. Я разочарован. Нет смысла жить. Ко мне чисто Пейн из Наруто сейчас пришел, такой, почувствуй боль, познайте боль. Я познаю боль. Я знаю, как назвать эту серию. Познал боль. Как идея? Надо записать куда-нибудь. Так, меня зеленка догоняет. Да, он едет. Тварь. Петушиная. На нахер! Это тебе так и надо, чтобы ты потом еще чинился за 500 000. Слик. Все. 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 Победа. Так, приз. 2 журнала. Все визуальные усовершенствования 2 уровня. Вау. Макси Тюнинг. Вот это да. А чё таких баб этих наняли, ублюдских? Ну вот это в белом еще ничего, а посередине это ж пипец. Чё она такая страшно? Где грудь? Импорт рейсинг. Тебя тиснули в импорт рейсер. Ну или рейсер. Тиснули. Ты чё, гопник что ли, тиснули? Смотри, 70 гонок уже прошли. Давай, драг. Фиг с тобой, золотая рыбка, давай. Посмотрим, на что эта малышка способна. Просрал. 1-1 заезд. Что это опять началось? Вот я опять в пятую передачу упру сейчас, у меня вдвиг... Я уперся в стенку в итоге. Да, вам надо мое лицо видеть. Я когда-нибудь куплю вебку, чтобы вы видели все мои эмоции. Всю боль. Кто это такой вообще? С кем я езжу? Соси жопу. Я сейчас раздуюсь, подожди. Он разложился. Он разложился, все. О, мне 6-ю передачу дали, прикинь. Я тоже разложился. Это был шанс 1 на 1 000 000. Чтоб я сейчас спокойно доехал эту гонку. Я тебе говорю, серия «Познай боль» просто. Познай боль. Мне так дед говорил, а потом молотком меня бил. Шучу. Киянкой. А я вам фору дал. Я вам просто фору дал. Он сейчас все равно разложится. Я же говорю то, что он не разложится. А ты мне сейчас разложится. Ну, ты, может, про меня говорил, да? Ну, скорее всего. Давай еще разок. Сколько раз я смогу? Насколько мне хватит? Давай. Какой слишком рано, давай. Давай, во. Вот теперь нормикс. Перестройся. А я дальше не был, я не знаю, что дальше. Почему не разложился? Может, у него двигатель взорвется хотя бы, нет? Нет, так нет. Да, видимо, это только мне так везет, да? Да. Да-да. Да-да. Да-да.
Это подстава была, между прочим. Я должен был выиграть. Сейчас. Это была подстава. Так, все, последний раунд. Последняя гонка. Я как форсаж, я собрался. Тупо собрался, давай. Блин, я забываю то, что у меня шестая передача теперь есть. Да блин, ну... Нельзя было изначально шестиступку поставить. Да-да? 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 А я через воздушный карман к тебе пристроюсь, козел. Соси жопу, тварь. Да-да? Вот теперь точно. Я победитель по жизни. Я крутой, я крутой. Да-да, победный танец. Тум, рон-дон-дон-дон. Рон-дон-дон. До-рон-дон-дон-дон. Я потанцевал, но вы этого не видели. Воздухозаборник третьего уровня. Какая-то херня. Ну, спасибо. Воздухозаборник дали. Что-то у меня сегодня. Что со мной? Может, потому что я спать хочу после работы? Ну, да, наверное. Я всосал банку энергетика специально, чтобы быть сегодня поактивнее во время серии. И, видимо, меня так неплохо кроет. 6 кругов. Не на жизнь, а на рейтинг. Ну, если на рейтинг. Если на рейтинг все-таки. Ты собрался на рейтинг со мной играть? Ты пришел ко мне в день свадьбы моей дочери. Ё-моё, господи, что это такое? Чего она так плохо выглядит? О, ё-моё. Не, ну сбоку это вообще полное говно. Два это тоже говно полное. Давай вот это. Не, ну это так-то тоже говно. Что это? Такси Максим. Пусть будут вот эти два ушка, мил. Я сказал, что говно, ну пусть будет говно. Зато самое крутое говно. Не на жизнь, а на рейтинг говоришь. Говоришь, 6 кругов говоришь. Ну давай, чё? Ой, ёб твою мать, у него это еще хуже смотрится, чем у меня. Чё у нас, две Субару? А, нет, Субару, Лансер и этот... Хонда. А, я думал, как в драге, то, что у меня тут полосы сами подстраиваются. Нифига, чё придумал. Да уйди! И ты уйди. Вот видал, вот просто зашел и раскидал. Это может, воздухозаборник раздувает меня. Я, кстати, честное слово, не знаю, зачем нужен воздухозаборник. Вот можете на меня пальцем тыкать, говорить то, что я дебик, но вот я клянусь, я не знаю, зачем он нужен. Ха, лох, цветочный зелень! Это тебе от меня еще подгон. Давай. Все, давай. Я до финиша. Покатился. Покатился. Ну, поскольку 6 кругов, я как бы не расстраиваюсь. Это еще не все плохо, значит. Вот если бы я на последнем кругу разложился так, я бы плакал. Я говорю, чисто познай боль. Я понимал то, что с уровнем как бы гонки будут ну, увеличивать свою масштабность жопопотения. Но чтоб настолько, ну типа, пока еще я не сильно потею. Мне кажется, вот в финальной гонке, где там гонка по-любому, вот финальная гонка, это гонка с Эдди какая-нибудь. Или со всеми сразу же. Вот там мне жопу порвут просто капитально. Я буду час проходить одну гонку, я буду два часа проходить одну гонку. Я пройду. Мне плевать. Я ёбнутый. Да, вот так. У меня даже справка есть. Ну, говорю то, что смысла не было перезапускаться. 6 кругов, это типа до хрена, да и вот плюс они вот едут. Вот что это? Какой бэквард? Ты что устроил это, решила? Мне этот череп повесил не для того, чтобы какие-то дрифты делать. Алло.
Пацаны, вы чё начинаете-то, а? Говной заниматься, а? Ребят, ну это не надо. Не надо такое делать. Пошел в жопу. Пошел в жопу, просто в срань. Пусть идет нахуй. Я сконцентрировался. Почему я подумал, что повернуть нас сюда будет? Что со мной не так, а? Андрей, блядь, фары протри. Запотели. Измазал говном и сидит смотрит через говно в говно в говном. Что? Не знаю. Прыгну, пофиг, нормально. В этот раз нормально прыгнул, ну почти. О, даже здесь не зацепился. Ну ты куда ты едешь? Ну куда ты? Офигеть, уже четвертый круг. А я сосу на третьем месте. А впереди этот поц, да, на зеленке на этой, блядь. Я тебе отвечаю, вот он мне сейчас, блядь, спокойной жизни даст. Я ругаюсь. Я тебя догоню, тварь. Я тебя захуярю. Опять я думал, то, что надо налево поворачивать. Да что ж такое-то, а, со мной? Андрей, на карту смотрю, на дорогу, а ты куда смотришь? Ну, в смысле, куда? В телефон. А что ты в телефоне делаешь? Ну, Ютуб смотрю. А. Я еще и тут поехал, ну что за осел? Ну как это так-то? Как будто не я играю, чисто, короче, сижу, комментирую, что... Ты что, конченый? Ты конченый? Уедь от меня? Ты глупый или что-то? Это про меня, наверное, скорее. Я так близко и так далеко от него. Ну блин, вон, я же вижу эту зеленую морду наглую. Ему покушать надо. Он тут мясо не кушает, смотри, какой зеленый стал. Хочу бургер и шаурму. Вот шаурму ту. Люблю шаурму, почти каждый день ем. Вот в этом месяце прям до хрена шаурмы съел. Вот друг у меня есть один такой, знаете? Вот этот друг из разряда выглядит то, что если он вот так вот за стол встанет, ну вот за обычный там знак, его видно не будет. Ростом он, ну, 1.75 м, наверное, такой вот. В очках такой, худенький. Игнатом зовут. Вот это он, да. Так вот этот вот человек немножечко... съедает в день шаурмы, ну, каждый месяц он, наверное, по две штуки ест. Ну, в плане, каждый день по две штуки. Каждый месяц. Ну, не всегда, иногда она его заколебывает. Не, короче, в жопу, давай заново просто начну, я их уже точно не догоню. Ну, это хоть это, раздувается. И что сегодня по факту мы сделали? Прошли турнир? Еле как. Пошли в драк? Ну, выиграли драк, спасибо хотя бы на этом. Тоже, ну так, еле как. Дальше что? Вот это вот говно. Я думал, ну кольцо. В чем проблема пройти кольцо? Сложности ж никакой. Но, как видишь, сложность есть. Неужели? Неужели он куда-то врезался? Почему местные NPC настолько... Сука, ну блядь. Он меня бесит. Почему местные NPC настолько прописаны? Почему они так редко врезаются во что-то? Почему у них нет своего мышления? Сраный кот. У меня бомбит от кода. Я ведь это понимаю. Я ведь понимаю, я могу в доке влезть. Я не знаю, я могу что-нибудь. Я могу вот это вот персонажа нахрен удалить. Я буду здесь один кататься. Я могу его вырезать. Вырезать всю его семью.
Ну блин, а какой тогда интерес? А можно понизить уровень сложности? Это вариант. Ну уж здесь за тем, чтобы посмотреть, как я мучаюсь. Вот нафига вам смотреть, как кто-то вот сидит и просто занимается фигней, тыкает 4 кнопки. 4 кнопки, ну 5 иногда, когда нитро нажимаю. Вы же можете сами скачать инфесочку, вот типа. Она весит 1 гигабайт, по-моему, максимум. Но это 2 можно. Вот именно рестайлинг, так скажем. Зайти сами это почувствовать. А еще топово, если вы включите видос на фоне, вот где я вот здесь мучаюсь, и пройдете это с первого раза на стоковой машине, на Dodge Neon. Да. И еще кушая при этом чипсы одной рукой, второй рукой запивая, вы нажимаете правой ногой только все, а левой ногой еще умудряетесь почесать себе яйцо. Ну вот типа настолько вы профессиональны. А вот я как бы, ну вот так вот. Вот так вот, да. Стол. Таха, спасибо, что хотя бы не в лоб. Я даже говорить ничего не буду, но он типа, а что я могу сказать, но он едет быстрее меня. Он едет по прописанной траектории, а у меня пальцы из жопы растут, ну знаешь, такой типа, вот как букет, такой красивенький, типа гипсофил, нет, гипсофил не то. На что похоже больше, ну типа, а я не знаю, на что похоже. Во, как, короче, есть, я не помню, что цветок называется. У него такие 5 палочек торчат, и на конце какая-то фигня, если на нее надавить, у тебя рука, ну, блин. Я, короче, если найду картинку, сюда вставлю. Вот этот цветок, короче, вот у меня примерно вот так же. Вот, типа, мое очко порванное, и оттуда мои пальцы торчат. Похоже? Я-то считаю, что да. Сюда иди, зелень. Куда ты убегаешь, ведь тебя все равно настигну. Че, какой-то пот сзади едет. Ай. Ну вот же ты, давай, давай, тупо не, оступись. Когда ты будешь спать, я буду рядом. Когда ты будешь мыться в душе, я буду рядом. Когда он будет забирать своего ребенка из роддома, я буду рядом. Сюда иди. Ну, меня просто наказывают. Жестко? Да. Могу я что-то с этим сделать? Да, вот уровень сложности понизить, либо играть научиться. Сюда иди. Смотри, смотри, смотри. Все, последний круг. Если я сейчас не проезжаю, я снижаю уровень сложности. Пофиг. Я устал. Нет, я не буду снижать. Я его пройду просто в следующий раз. Я тебе отвечаю. Я теперь не играю за кадром. Честное слово. Вы мне сказали то, что какого хера? Где гонки? Куда делась половина гонок? Ну, как бы, ну, ладно. Хотите смотреть на это? Хорошо. Пожалуйста. 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 Мне все в жопу пошло, короче, ну нахера. Спасибо всем за просмотр. Всем хорошего настроения. А мне, я пойду успокоительный пить. Всем пока-пока. Где таблетки мои? Ладно, шучу, реально, всем до скорой встречи, ребят. Сегодня у меня что-то реально не пошло. Ой. Надеюсь, реально, в следующей серии я все соберусь уже нормально. И как бы, да, пройду. У меня кончатся вот эти черная полоса и начнется белая. А так реально, все, всем
До скорой встречи, всем пока-пока.